Авария в Ливнах унесла сразу две жизни. Вчера на улице Фрунзе автомобиль «Пежо» сбил пешеходов. Виновником случившегося инспекторы предварительно называют водителя легковушки. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, французская иномарка летела на большой скорости по направлению к улице Октябрьской. Идущих навстречу по обочине парни и девушку водитель, видимо, не заметил. Известно, что данный молодой человек, который управлял автомобилем «Пежо», в прошлом году привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского свидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, стало известно, что он не является владельцем данного автомобиля. Виновник аварии сначала хотел скрыться с места происшествия, но благодаря очевидцам его удалось задержать.